Сегодня 27 января, но вчера прошел снежный циклон, как он это называет? А, Ларс. Снежный циклон Ларс в Беларуси. И завалил снегом. Ну вот уже дети выходят с санками. Тут в углу катаются обычно. Вот машинки снегом засыпаны. Ну, уже некоторые откопались с утра. Ездили, не ездили, неизвестно, но откопались. Вот первые пойдут уже, наверное, кататься на санках. Ну, а нет, видно, куда-то так поедут, может дальше. Там ночью отсюда не видно. Справа, за домом стадион. На стадионе катаются еще. Там со стадиона так же вниз. Снега насовывали. По такому большому снегу не поедешь. Надо сначала, чтобы вытоптать снег этот надо. А там, похоже, приезжал трактор. Это трактор почистил, бугры наделал. Пока утром машин не было. Ну, где не было машин, там, да, заехал. Этот распихнул снег. Да, так много снега, что... Ну, выкатывают, будут кататься потом. Ну, и мороза нет. Были крещенские морозы до 20 градусов. А сейчас вообще плюс, я думаю. Плюс 1-2. Ну, ночью, может быть, минус там какой один. Минус 2. Вот, почистили тротуары уже с утра, все трактора проехали. Но снега подкинуло. Потому что был снег... На крещение был, ну, выпал, вернее, где-то начал, зима началась 6-го, с Рождества Христова началось. 6-го, где-то 7-го снег начал падать. Потом были крещенские морозы большие, до 20 градусов. А потом потеплело, после даже дождь шел несколько дней назад. Все, я думал, весь снег сойдет. А вот эти, вот циклон прошел. Вчера циклон, да, накрыл. Беларусь. Снега много набросало. Ну, дети скоро выходят. Это первые еще вышли. Это еще обед. Еще со школы, видно, не все поприходили. Будут лепить, конечно, тут и снеговики. Потому что снег, ну и вот капает, с крыши капает, да, плюсовая. Да видно, что дорога. Если вчера еще была белая, метель была и белая, а сейчас уже вот. Ну там, видно, и солью сыпанули по дороге, конечно, песком солью. Ну, вода идет по дороге, машину раскатали уже все.